такие хорошие черви. Человека догоняет. Есть. Вот. Голавлик. Вот так вот можно живцов наловить. Стой, что-то сидит, дергает. Да, на червя. Спирулина летом ловить тоже хорошо. Вот он. Вот он полосатик. Ух. Маленький, блин. Вот один раз проколол, и все. Вот так он шевелится, раздражает окуня. Ну и другую, конечно, рыбу. Сейчас проверим наш фидер, что-то там клевало. Мелочь, может, сидит. Туда. Все. Ну еще хорошо окуня ловить, это потихоньку вот так вот крутить. Паузы, червяк отпускается. Еще. Сейчас была камера выключена возле берега, клюнул хороший окунь. Но не засекся. О, тянет. Есть. Вот, уже хороший. Все равно еще маленький. Меньше 20 сантиметров.
интересно ловить окуней. Удовольствие. Паузы. О, и тут у нас срабатывает хорошая поклевка. Что-то хорошее. Вот большая плотва. Такая вот. Отличная. Бомбардино отстрелил. Теперь я такой вот шарик с водой набрал. Посмотрим. Может, не так далеко летит, но можно рыбачить. Бульки делает этот шарик.